Блин, ну походу придется идти искать чат. Передо мной чел. У нас один. Блять, ты кто такой, братан? Тут бот, походу, ходит. А вот там, в этом самом, сидит чел с тапалкой. Так. Так, так, так. Двое. Кажется, еще один должен быть. А, нет, я взорвал двоих. Так. Согласен, упырь. Но такой челлендж, я здесь ни при чем. А вот по мне что стреляло. Либо вот, кстати, тоже как вариант. Могло. Так. Так, кто мы забираем? Так, вот здесь кто ходил? Бот. Один слева прямо стоит сразу же. Не-не-не-не, какие R? Блять, не то нажал. Чья нога, м? Минус один. Остался последний чат. Слева он должен хилиться.
Не понял. Двое же было. Балкон разбитый? Нет, не разбитый. Не мог уйти. Может, шкаф залез? Один, что ли, был? Да ладно. Мне четко виделось, как будто их двое. Дверь не выбита. Значит, один. Ладно, показалось. Тоже пойдет еще. Вот эти прикольные были. Сидят такие. Так, ну-ка это самое, не умирайте там, подождите, блин. Не понял. На улице, что ли? А, он на втором, прямо вот здесь, походу, этаже. Да. Блять, а один вон там еще бегает. Поднялся на второй этаж кто-то. Хакашка. Здесь. Двое. Слева еще один. Блять, что такой живучий? Пух. Потненькие ребятишки. Где там этот бот? А, вот хеклер.
Эклер и пистолет. Что? У него патроны кончились, он с пистолетом по мне стрелял. Офигеть. Такс. А, вот еще один хеклер. Так. Что делать? Как-то так. Хорошо залетели. Сорок пять, 54, 46. Нифига там, братанчик, вы видели? Шлем киллы, блин. Какая-то М-ка прям длинная. Кое-как убил его. Аня с пилигримом. Ну, пресет ее вещичек, так сказать. Вот смотри, одни патроны на всю меченку. Не, ну это гениально. Взял пацана, подкараулил. Ай, кустики. По-моему, зашло. Так, бета пойдет. Что если в мечниках ничего нет, потому что читаки забирают ценный лут и на выход? Может быть, есть такие читы, которые лут притягивают на расстояние. Ну, через стены там. Все такое. Двадцать шестой уровень? Да ладно. Оу. Да ладно. Мне кажется, какой-то ненормальный челик это был. Но почему он меня не убил? Я хз, чат. И он ящик реально достал из меченки, походу. Слушайте, вы правы были, чатик. Меченка была закрыта, но у него был ящик из меченки. Как вам такое? Реально, чат. Прям... Вы прям это угадали, короче, идти как жестко. А еще говорите, что я читер, блин. Вы сами читеры. Откуда, блин, знали вот что чел? Жулик. Шайтаныч, привет. Здорово. Можешь показать свои настройки звука наушников? Настройки звука наушников. Блин. Настройки звука наушников. Ну смотри.
Спасибо тебе за 500, прежде всего. А у нас там игра-то не нашлась? Ожидание. Смотри. И тут звуки-то. Управление звуком. Наушники. Сотка. Все выключено. Дополнительно 48. Пространственный звук выключен. Всяческие эффекты. Вот, дополнительная обработка сигнала, видишь, выключена. То есть всякие 3D там, 5.1, 7.1. Выключено к херам. Заходим в Realtek консоль. Realtek консоль, смотрим. DTS выключено. Звуковые эффекты выключено. Все выключено, понимаешь? Все, абсолютно все выключено. Никакие там эквалайзеры, шмакалайзеры. Просто наушники вставлены в компьютер. И я играю. Все. Все звуковые эффекты. Все хитрости. Ах ты кусачий кот. Смотри, что делает чат. Кусает, полижет, короче. Извините. Ух, морда твоя кусача. Стримы стараюсь проводить каждый день по будням, иногда даже выходные во второй половине дня. Вся движуха в основном происходит на Трово с чатом. Там всякие боксы, эвенты. Поэтому, кому интересно, чем мы тут занимаемся, регайтесь на Трово, залетайте в чат. Там же, кстати, прошедшие трансляции есть. Если вдруг YouTube влетает за музыку и на YouTube они недоступны, то там они будут. Ссылка будет на канал в описании под видео.